В Орске в частном секторе на улице Ялтинской, возможно, обустроят тротуар и установят новые светильники. Напомним, ранее к нам обращались орчане, проживающие в домах на этой улице, с жалобой на отсутствие тротуара и освещения. Орчанка Любовь Инчина рассказала нашей редакции, что пройти по улице невозможно. Проезжую часть редко чистят, освещения на участке нет, а автомобили порой вылетают на обочины. Я его веду в садик, забираю с садика, и мы идем. То есть двигающаяся машина, мы, естественно, не можем идти по дороге. Мы бегом прижимаемся к соседнему дому, там, который мимо проходим, и ждем, когда она проедет. Потому что мы боимся, что машину выбросит на нас. У нас нет тротуаров, у нас нет освещения по улице вообще никакого. То есть если вечер, без разницы, там лето, особенно зимой, когда темнеет раньше, ну, очень страшно идти. Проблему орчан мы передали в администрацию города. В мэрии сообщили следующее. Обустройство тротуара возможно при ремонте проезжей части. Специалисты УЖК ДХТ при подготовке документации на ремонт этого участка дороги учтут пожелания жителей при технической возможности добавят в план устройство здесь пешеходной дорожки. На участке по улице Ялтинская от дома номер 54А до дома номер 70 отсутствует линия наружного освещения. Требуется строительство с предварительной подготовкой проекта. На 2024 год разработка проекта не планируется. Однако, если в городском бюджете будут предусмотрены дополнительные средства на эти цели, то мы вернемся к этому вопросу. Вопрос по расчистке снега направлен коммунальным службам для уборки.